А в полиции сегодня сообщили, что рассматривают три основные версии взрыва. Среди них кадыровский след, криминальные разборки и межличностные отношения. Впрочем, отмечают, есть все основания квалифицировать преступление как теракт. Сейчас дело открыто по статье «Умышленное убийство». Некоторые детали следствия раскрыл нардеп Антон Геращенко, который, правда, к следствию отношений не имеет. Раскрыл подробности в интервью одному из СМИ. По словам Геращенко, бомба в автомобиле была спрятана в подлокотнике между сиденьями. Кроме того, по его словам, полиция уже располагает всеми видеозаписями по пути следования машины.